Это вот все сделал Джаггеркан, да, правильно? Ну, кроме карты. Кроме карты, да, вот такой вот режимчик, спидсофт. Заходите, пробуйте, играйте с друзьями. Не хотите тратить деньги на автоматы, вот это выездные мероприятия, покупайте VR-шлем и играйте тут. В принципе, ребят, у кого там проблемы со страйкболом в регионах, покупайте себе VR-шлем и играйте в VR-игры. Да, вот именно. Эй, всем привет! Вы на канале NBQ VR, и мы сегодня вместе с Джаггеркатом будем пробовать страйкбол VR. Да, всем привет! Мы на вот страйкбольной такой вот модной карте. Вообще, смотрите, какой Джаггеркат вообще красивый, какие у него очки вообще, смотрите, у меня. И вообще все круто вообще. И мы вот сейчас будем против друг друга в ТДМе мочиться. Вот, смотрите, какие пушки даже, смотри, F14 какая-то. Ого, слышите этот звук? Это очень круто. Что у нас тут? Три оружия, да? Три пистолета. У нас гораздо больше, чем три оружия. Я забыл, что я нытье послушал своих игроков и добавил побольше моделей. В общем, в чем суть? Все пушки полуавтоматические, все стреляют шариками. Отлетают от стен. Вот так вот красиво. А, смотрите, реально они еще отлетают от стен. Блин, реально прикольно. Они могут себе... Я могу себе урон нанести? Нет, рикошет не считается. А, ну и кстати, одно попадание, сразу умираешь. Ага. И не получается счетерить, как в реальном страйкболе. Ага, ну да, это круто. Большая проблема в реальной жизни страйкбола. Вот, погнали? Да, погнали. Так, кто первый? Ладно, давай меня. Не, давай одновременно. Давай отойдем тогда, как в дуэли. Так, на счет три. Давай одну пушку, одной рукой давай, чтобы честно было. Типа вот так. Положи, так положи вниз, наклони, потом резко просто так, понял? Так, на счет три. Раз, два, три. Нормально, нормально получилось. Вот так, видели, да? И мы начинаем. Мы сидим... О, this friendly fire. Что-то тут мне пишут. Фига тут карта реально маленькая. О, я тебя видел. Опа, будем разговаривать. Уху, какой звук прикольный! Что-то свистит в ушах. Ой, ё-моё. А, как тут стрелять? О, убили. Тут можно патроны вон собирать. Вообще круто, ребят, слушайте, это прям мод угарный. Это типа как гансмок. О, убили, нифига себе. Как гансмок, короче, понял? Одну пулю почти убивать. Но там все равно надо в несколько. А, ты тут и спавнишься или что? Нет. Это у нас ТДМ же. Рандом спаун меняется. Звуки, ну это просто круто. А можно коллиматоры ставить? Да. А, можно коллиматоры. О, хорош. Я коллиматорщиком поставим. А, вот голографический и нормально. Что тут еще можно? Гаджеты какие-то можно? Ну, тут можно менять метку. А, вот, можем пистолеты. О, давайте пистолет Glock какой-нибудь возьмем. Блин, а только одно оружие можно брать? Да. А-а-а, М4А1. О, МК-18, давайте нашу МК-18 возьмем. Triangle Grip. И все, и погнали. Блин, очень прикольно. А только одна карта, да, достала? Не, почему? На любой карте. Не, на любом, имею в виду, а еще под нее чисто, под этот мод больше нету, не сделал. Есть вот Paintball Island. Ой. А, я понял, кажется. Да, где моря, океаны. Двумя пушками гоняю. Иху. А! Хорош. Нормально. Прикольный модик. Блин, маленькая карта, прям слышно сразу, где враг. Пульки отлетают, это прикольно. Star Wars какой-то на минималках. Тут можно прям вот так выглядывать. Опа. А, пустой. Ух, я тоже был. О, нифига себе попал.
Фига ты как прикольно падаешь, вообще прикольно. А, двое друг друга. Ты меня и я тебя друг друга. Наклеечки такие все крутые. Ого, отвлекся на наклеечку. Какие наклеечки? Кавеман, Егеймис VR. Ты, получается, с кем-то, да, это создавал? Не-не. Это просто карта, которая в тему. Ну, а мод ты, получается, с нуля его, ну, как создал, Citrisos? Блин, прикольно, пульки так летают. А в колено тебе. Прямо в коленку. Размен. Нормально. Фух. Подшатывай чуть-чуть. Ну ничего. Живем. Это вовсе не из-за VR. Нормально. Пульки так медленно летят, успеешь накидать после смерти. Ну да. Тут какая-то баллистика даже присутствует. Конечно. Да, нифига себе. А, больно, не стреляй. А, я тебя прям просто под колено выстрелил. Косточку и все. Может, с пистолетом еще попробуем? Давай. А, давай пистолет какие-нибудь попробуем пистолетами. Как Джону Уики будем сейчас. Какой лучше взять, Глок? Или как? Они одинаковые. Ну да, логично. Подожди, а не абсолютно, то есть не будет? Ну ладно, эти лазы. А, зачем лада? А, все, сейф. Прикольно. Так, Все, мы как Джон Уик. Ох, офигеть, что за звуки? О, эх ты. Прям в бедро тебе куда-то. А? Блин, это как-то сложно. Давай глок попробуем. Сейф. Очень испугал. Он какой-то этот. Во, вот глок более такой, более родственный, что ли. Где ты спрятался? Нифига, я думал, в голову попал. Нет, нормально. Там даже не близко было. О, хорош. Блин, с пистолетом прикольно. Пули прям чуть-чуть. Очень часто. Ага. Софтеры просто берут пистолеты, втыкают туда эмочный магазин. И что начинает? Эмочный магазин вставляют и типа... Все преимущества пистолета плюс размер магазина, как на Ну да. Хорош, блин, я тебя промазал маленько. Он под подбородком пролетел. Ты панула. Не, прикольная карта, слушай, этот пинбол. Тут 5 на 5 вообще бы замесы были бы люты. Нет, 5 на 5 это вообще люты. 2 на 2 еще может быть. Ну, 2 на 2, да. Тут это прикольно, как я смотрел видео, спецовки... А! А! Спецовки, как они это... Сразу на пузо ложились, ну такие, да, катились, да, да, это прям вообще жестоко. А, хорош! Я просто рандомно стрелял.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушай, куда я магазин накидал? А, вот. А, промазал. Сквозь стену, за что? А, хорош, цепанул. За что, говорит? Но это не настоящий, если что, сквозь стену они не проходят. Ну, понял. Хорош, блин. Блин, на подкатах тут вообще, конечно, выдвигаешься. А-а-а! Хорош. Блин, двумя руками держу, неудобно. Вот одной пробовать. Как ганста, как ганста. Да, одной рукой проще. Ах ты. А у тебя патронов не было в магазине. Вот, в этом есть. А! Нормально. Так, где я запутался уже? Вот он я. Нормалёк. О, хорош! А, ты здесь была, то есть ты же проход. Нормально. Блин, то, что одной пули роняет, прям реально эффект такой, ну, прикольный. Они же так летят медленно. Следишь за ними. А, вон ты где, ё-моё. Просто левее. Ты куда меня, бля, в локоть выстрелил? Да. Гангстер-руку. Гангстер-руку. Слишком жирный. О, ах, ты бы видел, ты бы видел! Ты увидишь это потом. Ты что, снизу там подлез? Да! Нормально. А, куда? Куда пошел? Нормально. Гуситские войны начались какие-то. А, хорош. Блин, я промазал вправо. Мне, короче, угол отвел. Как не попал? Ты прикольно потерял. Прикольно так падаешь. Все, я освободился от оков столько. Ты где? Там. О, нифига ты. Ты уже здесь. Тактика. Ой-ой. Эх, не попал. Там рядом. Я сидел. Я знаю. Никто не будет рядом ложаться. О, прямо куда-то в... Высоко забрал. В пятку куда-то. Ой, хорош, я подкат уже начал делать. Нормально. А, двигатель наш шпагат расселся, нормально.
Хорош, меня опять, короче, понял, угол ствола, короче, уводит от стены этой. Близко не надо подходить. Тут еще есть немного инерции. Кого немного? Инерции. Нужно учитывать, что спрейф, он тебе не мог сбивать прицел. Ну да, вот двигаюсь, есть такое. Воу! Блин, да нифига себе, хорош. Фух. Еще голубой, блин, не спрячешься. А я красный. Нет, я голубой. Ты красный. Опа! Нормально. Как так не попал? Да как не попал? Да, есть такое. Ой, хорош, блин, а тут просто вообще реально. Подножка. Да, ладошка. Нормально. О, два ствола. Пойдет. Нормально. Тихо, я не перезарядился. Ну тебе зачем? Умирать пора. Нет, патроны закончились. Прям рядом с башкой пролетел. Я промазал. Ай, а чё, рядом далеко пули летели? Вообще не туда. Хорош, блин. Надо просто руку выставлять сначала, потом стрелять. Ой, вылазить полностью. О, как не попал, прям рядышком. Прям в подмышку куда-то залетело. Пистолетом лучше, да, типа в такой карте? Ну, я думаю, комфортнее, да. Да, как будто какой-то интерес тогда есть. О, не попал! Блин, прикольно. Второй раз уже ты. Вот это теперь я чувствую VR, слушай. Тоже фиксить. Это прям... А, хорош, блин, вон сунуть не успел. Тут не успеешь. А, успел нажать, успел. Нормально. Это было смешно, ты увидел со стороны, если бы ты посмотришь, как ты руку, бля, вытягивал, я почти попал в твою ладошку. О, нифига себе. Быстро. Да.
Магазин вкусную просрал. А, ты бежишь уже, да ё-моё. Не слышно, я короче. Иду. Хорош, хорош, нормально. Жмёт меня. Да попадись ты в пятку-то. Офигеть, фарт. А ты двумя руками? А ты руками держишься? Двумя руками? Да, двумя, двумя. Ну ты побежал, я тебе прям в пяточку и попал. Уф! В бедро прям. Прям в очечье попал. Я надеялся, ты будешь дальше тупить. О! А успел. Не, я смотрю, ты уже куда-то там далеко стреляешь. Я тебя не стрелял. Хорош, а че я не попал в тебя? Я понял, что ты побежишь, блин. Вообще. Нормально. В руку высунул, нормально, нормально было. О, блин, не успел вернуться. Хорош. Ровно 21. А-а-а, не попал. Хорош, хорош, блин, головка твоя. Разгадал. Ай, блин, ну ты хорош. Блин, ну как еще что сказать? Проигрывая.